Listen before you drop. Я буду стоять здесь один с ними. Проходите, присоединяйтесь к нам, приветствуем наших гостей с утра пораньше. Давайте к девчонкам. Евгения, пожалуйста. Будем сейчас знакомиться и говорить, конечно же, на тему купальников. Виктория Алиева, владелица шоурума, знает все про купальники. Доброе утро, Виктория. Доброе утро. Про купальники. Я рада всех приветствовать. Да. Ну, Виктория, что? Слушайте, ну есть открытые, есть закрытые, есть вообще какие-то супер оголенные. Давайте по каждому, может, пробежимся, да, варианту. И вообще расскажите, с чем можно выходить на пляж-то в этом году, в этом Смотрите, сезоне? Безусловно, существуют разные тенденции бич-фэшн, да, в пляжных костюмах, свимвер, которым хочется соответствовать, чтобы быть модной. И поэтому... Как бы нужно обратить внимание на то, что каждому человеку своя цветовая палитра подходит. У каждого разный тип фигуры. Это песочные часы, практически приближенные к идеалу. Треугольник, груша, перевернутый треугольник, прямоугольник. То есть девушка должна подобрать именно к своему типу выигрышный купальник, чтобы он смотрелся на ней и подчеркивал ее достоинства, а не недостатки. В этом сезоне модные купальники ярких принтов, слитные, раздельные, бикини. Сейчас очень модно как бы минимум ткани, так скажем, чтобы трусики были вообще практически открытые. Вот девушки могут рассказать... Слышите, девочки? Да. У меня вопрос, девчонки, к вам. Вы, когда выбирали купальник, в котором вы сегодня будете ходить, вот вы ориентировались на то, что сейчас нам Вика рассказала, там, по типу своей фигуры? Или брали, потому что понравилась расцветка? Понравилась расцветка, и что мне подходит очень хорошо. Ну, потому что для нас, для мужчин, есть два типа купальников, Давай. Чтобы вы понимали. Закрытые и открытые? Закрытые и открытые, понимаете? Закрытые они тоже, извините меня, являются красивыми, да, и сексуальными. А открытые тут разнообразие вообще велико. Ваня, абсолютно. Тогда у меня вопрос к тебе. Вот этот купальник ты отнесешь к закрытым или к открытым? А это полузакрытые. Видишь, оказывается, еще третья категория есть. Не хватает куска ткани. Купальник комбинированного типа. О, комбинированного. Верх – это бикини, а низ – это в виде боди. И в этом купальнике вы всегда будете во внимании. Вот про внимание, да. Я вообще очень тоже люблю, кстати, разные яркие купальники такого формата. Но вот загорать-то как? Вот ты ж потом будешь вот такая вот вся полосатая. Солярий, тебя это не смущает? Помощь. А, вот так все просто. Дайте вас обойду. Помимо купальника, естественно, подбираем аксессуары, чтобы это дополнить образ. И это очки, головные уборы, панамы, какие-то браслеты, сумочки пляжные, которые уже полностью лук закончат. У меня к вам вопрос будет вообще не про купальник. Вы догадываетесь уже про что? Про вашу красоту. Давно сделали? Давно. Вам вообще можно любой купальник надеть, все будут смотреть не на купальник, точно. Ну да. А что у вас нарисовано? Расскажите нам. У них есть какое-то значение или просто красиво? Нету значения. То есть просто красиво. А как выбирали? Мне просто всегда бывает любопытно. Вот как человек приходит и выбирает, что будет рисовать? Не знаю. Я когда чувствовала, как я хотела. Без памяти были? Ну нет, почему? Больно было? Ну, смотря в каком месте. А еще хотите? Нет, не хочу. А может быть и не наоборот? Ну, вы про свой тогда купальник. У вас такой красоты нет? С вами о купальнике поговорим. Такой купальник очень хорошо подходит к загорелой, красивой фигуре. Плавочки идут, мини-бикини. Бюст идет на тоненьких, красивых, таких блестящих бретелях. Сзади вот такая вот спинка крест-накрест. Очень красиво. Такой купальник подойдет для фотосессии, либо для купания. Я сейчас вам секрет открою. На загорелую красивую фигуру любой купальник подойдет. Нет, ну белый это тело. Да, белый, уже наготовое тело, да. Так, теперь вы. А, у вас тоже есть чем похвастаться, да? Есть. Ну, тогда и вы тогда расскажите, что у вас есть какое-то особое значение у них? Или тоже вы были без сознания, когда их делали? Левица – это как мама, так. Цветы – это как семья, красота. Отлично. То есть купальник? А купальник за ушиной талии, чтобы подчеркнуть фигуру и скрыть какие-то недостатки. Ну, вам-то особо нечего скрывать. Вы на перспективу взяли, если что. Можно его как раз прикрыть высокими трусиками. Виктория, ну понятно, что разный тип девушек, женщин, которые приходят выбирать, но все-таки есть, наверное, какие-то классические, самые популярные, да? Для тех, кто не любит экспериментировать, и для тех, ну, возможно, кто боится что-либо подчеркнуть, думая о том, что подчеркивать нечего. Вот, смотрите, когда девушка немного полновата, она, конечно, выбирает слитный купальник, который закрывает ее
как бы недостатки. Есть с утяжкой купальники. Например, прямоугольным фигурам, у кого талия менее выражена, им нужно зрительно как бы увеличить грудь и бедра. И получается, и визуально изгибы сделать, да, чтобы на талию акцент был. Получается, такие купальники, как, например, слитный, с такой деталью, как декорированный пояс, он подчеркнет талию. А если у девушки нет особых, допустим, проблем, она выбирает просто бикини, просто трусики на завязочках с тонкими переплетениями и также верх можно на завязочках. Если, допустим, у девушки узкие плечи, ей лучше выбирать с завязками или застежками на шее купальник. А если у нее наоборот тип фигуры перевернутый треугольник, так скажем, когда плечи шире, ей нужно выбирать на толстых бретелях купальник, независимо, он будет слитный или раздельный. Мы живем с вами не в пляжном регионе. Как вы думаете, какое количество купальников должно быть у любой девушки? На самом деле, если честно, у меня их великое множество, потому что я выбираю купальник как для фотосессии, так и для купания и загорания. Везешь с собой потом пол чемодана, а этот зачем? А как я фотографироваться буду? Не менее 10 я с собой беру. Да-да, я вас понимаю. И потом еще могу прикупить на пляже. Средняя стоимость купальников. Так же, как я, носки беру, не меньше 10 с собой. На самом деле у меня ценовая политика абсолютно разная, то есть все зависит от производителя. Италия, естественно, они будут подороже. А обычные... Ну, там, вот от и до просто разбег. От полутора до 3,5. Все, отлично. А чего бы нет-то? Лето-то уже почти что закончилось, второй месяц начался, да, а у вас нету нового купальника. Поэтому мы желаем вам удачи в приобретении, ну и, конечно, чтобы блистали, как все остальные. У меня есть предложение. Давайте попросим еще раз музыку в студию, и, собственно, эту студию закончим тем, что девчонки еще раз красиво перед тем, как уйти, совсем пройдут. Лишний раз насладиться красотой. Давайте попробуем. Да, Женя любит экспериментировать сегодня. Погромче нам, пожалуйста. Девочки, красотки. Не только купальники, но и аксессуары к ним абсолютно разные. Фантазируем, что у тебя там может быть. Да, очень красивое платье. Спасибо. Продолжаем нашу программу.